Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок, продолжаем раздачу огников. Двоим я отдал, двоим я сказал, что сегодня отдам, еще одного я подумаю, как разыграть. То есть у нас сегодня розыгрыш 3-4. Поехали вот так вот. Вот у нас получилось 146, это был вот этот, это 147, 148, 149, 150, 151. То есть завтра уже после этого видоса будет еженеделька начинаться, то есть я на выходных там либо в понедельник буду разыгрывать. Так, поехали. Ну там условия я вам уже выложу опять. 151. 151 называется, сгенерировал. От 0 до 151. Такс. О, хорошее число. 140. Говорю, 149. 169. Так. 69. Поехали, ищем видосик наш. Там, где у нас 70-ка. А потом будет проще, за неделю видео посмотрели. Так, 69, да, 1, 2, 3, 4. 4 получается. Только нам надо 69. Значит, 10 это будет 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Прокачали акт победителю. Окей, отлично. Это радует. Прокачали акт, сейчас еще кому-то. Прокачаем акт. Поехали, пооткрываем комменты. Мне не везет в любви. В игре тоже не повезет, если в любви не везет. Так, все, как обычно, кого-то схожий на спам невидимка. Так, отлично. Копируем ссылочку. Рандомизатор. Поехали. Вадим Пучкин, мы, по-моему, он выиграл уже вчера. Да, он вчера выиграл. К сожалению. Поехали, ищем следующего. Два раза подряд нельзя. Так. Артем Перлепский. Поехали, посмотрим. Так, видосики есть. Каналы есть. Отлично. Многие не знают, но, ребят, у меня, если вы участвуете в конкурсе, побеждаете, то на следующий конкурс, ну, вы можете участвовать через конкурс, получается так. Такс.
Все, красавчик. Красавчик. Надеюсь, он будет в сети и отпишет. Школа номер 4, Денис Донецк, Украина, еще парень. Отлично, 2004 год, 15 лет. Так, окей. С первым разобрались, поехали следующее число. 63. Вот так вот. Такс. Такс. Рекс Фэкспэкс. Где этот видос? Я уже потерял. Ладно, ищем опять. Какое там у нас число? Здесь 3. 4. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это будет у нас 64-я, 63-я, вот это, качаем таланты. Так, эти комментарии можно закрыть. Все, ребят, вот так же все остается. То есть на следующие выходные, это у нас будет уже новый месяц, у нас будет очередной. Ну, посмотрим, как на русском сервере. Просто, как видите, вот за месяц только единственный раз дали в конце месяца, поэтому я и не проводил так много. Мы сразу же разыграли на парочку больше. Вот так у нас каждую неделю все то же самое. И для того, чтобы вас ютубчик не за спам не кидал, каждый день заходите, смотрите, делайте вещи. Такс, давай, рандомчик. Я уже спать хочу. Это раскумарило на природе сегодня. Зато шашель обалденный. Отлично. Ctrl-C. Рандомайзер. Иван Петрунин. Больная фамилия. А, не сделано все так, как надо. Поехали дальше. Гуд. Так, видосики есть. Подписки. Подписки есть, красавчик. Арсен. Тут тоже видосы есть. Отлично. Городенка. Не знаю, где-то, наверное, с России где-то. Вот так вот, ребятушки. То есть для того, чтобы вам выиграть, вам, по сути,
Надо всего лишь малости и плюс удачи от рандомчика. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите уже новых видосиков. Начиная с этого видео, я вам его открою уже, скорее всего, в понедельник с утра. То есть завтра будет участвовать еженеделька. Всем удачи, всем пока.